Сорт томата великолепный Бонни. Это мощный куст у этого томата высотой 1,5–2 метра. Очень великолепный сорт. Плодоносит до самых заморозков. Куст мощный. Листья зеленые остаются очень-очень долго. Уже все остальные сорта отходят, а этот плодоносит и плодоносит. Плоды красные в виде куба. Это крупноплодный сорт. Вес томата этого 511. Вообще заявлено от 300 грамм плоды. Очень устойчив к различным заболеваниям. И очень вкусный на вкус. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, что внутри. Вот такой в разрезе плод, многокамерный, семян не очень много, умеренное количество, очень мясистый и очень вкусный, без кислинки практически, в меру сладкий, но я не могу передать словами, но очень вкусный томат. Этот сорт можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Подходит для употребления в свежем виде, а также для домашнего консервирования. Выращивайте этот сорт и всегда будете с урожаем крупных красивых плодов.